Алоха, уважаемые! Ну что, с вами снова я, Багамен, и сегодня у меня к тебе есть один вопросик. Короче, прочитал интересный факт, что 95% пользователей Ютуба смотрят Ютубчик, когда хавают. А что ты сейчас хаваешь? Напиши в комментарии. Итак, вы видите вот такую вот красивую коробочку от компании Синдикат Хука, новый бренд в Украине. Что он из себя представляет? Ну давайте даже расскажу вам такую милеписечную историю. Написали мне ребята из Синдикат Хука, оказывается, у них кальян-палка. Я такой думаю, да бляха, опять кальян-палка, ну типа, может уже не браться за это дело. Потом я зашел на свой YouTube, посмотрел, на каких видео у меня больше всего просмотров. Увидел, что это палка, Эмбри Минимона, еще там какая-то палка, короче. Я понял, что надо взяться. И, собственно, не пожалел. Поэтому давайте, что первым делом? Первым делом давайте, наверное, его распакуем и уже потом там все вот эти моментики обсудим про плюсы, минусы и так далее и тому подобное. Подвигайтесь. Итак, ребятки, чашечка наша прогрета, поэтому курим и рассказываю вам про сам кальян. Значит, ребятки появились не так давно на рынке, вот, и, как вы понимаете, модель кальяна под названием Basic – это палка. Вот, почему? Да, собственно, я понял, что не зря я взялся за этот обзор. Да, просто потому, что, типа, ну, палка, которая сделана очень хорошо, качественно и выглядит симпатично, несмотря на то, что это палка. Вот, благодаря вот этим вот всем гравировочкам, короче, оно, получается, как бы весь продукт продуман полностью, от и до. За это только лайк. По традиции, давайте пробежимся плюсы и минусы кальяна. Итак, первый плюс – это, естественно, упаковка. Помимо того, вы увидели саму упаковку, открывается она как iPhone, естественно. Ну и типа, все было бы ничего, я бы это не говорил, но типа, чуваки, это упаковка кальяна палки. Ну типа, я бы понял, если бы это был какой-то кальян за 4000, типа за шахту, еще б я как-то понял, ну типа для кальяна палки так запарились с упаковкой, ну вы сами все видели, ну реально это типа заслуживает отдельного лайка, 100%. Помимо этого всего, это еще все было обтянуто пленкой, ну то есть не просто руками обернуто, да, а заводская упаковка, которая типа на спайке там, на всех вот этих штуках, то есть эта тема делается на специальном станке, который стоит как бы, ну, не 1000 гривен и не 5. Поэтому тут прям типа подудивили. Движемся дальше. Что у нас идет после упаковки? Это в целом внешний вид. Здесь я его, несмотря на то, что это палка, выделю. Выделю, хотите, можете в комментариях написать, что я дурак. Но тем не менее. Во-первых, нержавейка вся матированная. Матирование, то есть, да, это значит, что матовый цвет.
Это очень прикольно выглядит, типа, не, вроде бы как не цвет не ржи, а такой типа серый цвет. Очень прикольно, и обработка вся очень хорошая, то есть нету нигде, ну, все гладенько, в общем, не буду распыляться там сильно. И гравировка тоже все качественно сделано, нигде там никаких соскоков, лишних точек нету, короче, лайк. Движемся дальше. Естественно, это вариативный диффузор. Открутили, закрутили, принцип такой же, как у Альфы, как у Хмары, если я не ошибаюсь. Ну, типа, все четко. Открутили, закрутили, перевернули, чтобы, если не потерять, если вы хотите классическую тягу, да, накрутили вверх ногами, у вас классическая тяга. Вот, в принципе, даже с диффузором тяга плотненькая получается. На секундочку. Движемся дальше. Это соединение сердцевинки, скажем так, да, с погружной частью. То есть основание здесь как бы насаживается на сердцевину, в основании нету никаких резьб, и это, собственно, снова-таки лайк. Дальше сразу тут будет и плюс, и минус. Минус этот... Чисто доколупаться, ну просто я рассказываю сразу обо всем. Вот эта вот шайбочка, если не одета сердцевинка, то шайбочка гуляет. Когда одели сердцевинку, шайбочка не гуляет. Ну, короче, типа, непонятно, да? Вроде бы как, ну, в собранном состоянии эта шайбочка никак не влияет. В разобранном, ну, есть вот такой момент. И шарики, которые там находятся в основании, они там закручены специальной пластиной, вы это увидите. То есть шарики типа не выпадут во время мойки. Это, собственно, плюс. И движемся дальше по плюсам. Не будем уже так дальше на минусы, на минуса отстраняться. Это блюдце. Бля, реально такое блюдце у кальяна-палки. Ну, типа, оно очень прикольно выглядит, оно подходит под общий стиль, типа, всех гравировок, скажем так. Лайк. Следующий момент – магнитный коннектор. То есть, типа, достали, чуть-чуть его туда пододвинули, и дальше он примагнитился сам. Магнит там нестандартный, это не неодимовые магниты, да, как у Медпира Мини и не Мини тоже. Здесь у них секретный магнит какой-то, мне не рассказали, что там за состав, но в целом, типа, он покрыт защитным слоем для того, чтобы не было коррозии. То есть не было вообще коррозии. Это, естественно, тоже лайк. Мундштучок простенький, но, тем не менее, здесь тоже ляпнули гравировку, поэтому, пожалуйста, вам дополнительно плюсик, лайк за это. Вот, переходим теперь к минусам. Минуса такие тоже, как в моем стиле, доколупаться, но, тем не менее, не сказать о них я не могу. Значит, первый минус, который я обнаружил, это маленькая такая заусенница на погружной части шахты. То есть, типа, блин, вот если был хреновастенький кальян, я бы за эту заусеницу не сказал. А тут все четко, и вот такой вот один моментик не доследили. Ну, все-таки нужно внимательно, да? Заусеница такая, типа, я не знаю, как по-другому сказать. Вот как на пальце заусеница, вот такая же штука внизу погружной, и типа, ну, можно зацепиться за нее пальцем. Там не порезаться, ничего, но она есть. Следующий момент, это обработка основания. Но... Я написал об этом спустя там недельку, полторы, наверное. И мне производители сказали, что да, есть такой момент, его уже исправили. Так вот, здесь по бокам основание обработано просто идеально. Здесь по тактильным ощущениям примерно так же, но визуально видно такие кругляшки. Ну, короче, его как-то недошкурили, недообработали, не знаю, как это назвать правильно. Именно в плане с полиацеталью. Но момент есть. Движемся дальше. Еще один момент, который
не совсем как бы типа прям минус, но минус. Да, это типа носик, вот этот коннектор, который под чашу. Он немножко толстоват и мелковат. Вот хочется, чтобы он был поуже и повыше. Но в целом дискомфорта он не создает. Ну, типа, снять чашку, поставить чашку можно без проблем, любую, хоть с дыркой, как у твоей бывшей, хоть стандартную, да, какую-то, или наоборот, маленькую. Вот. Вертикальная продувочка. Да, уже мне, честно говоря, немножко поднадоевшая, но это субъективно. А объективно, в целом, ну, пользуется популярностью до сих пор. Вертикальная продувка, на удивление для меня. Как-то так. И последний минус, это, собственно, коннект шланга. Ну, точнее, коннектор. Коннект коннектора к основанию. Ну, магнит прям, типа, сильно плотный. Вот если вы прям запихнули сюда коннектор, то достается он особо без проблем. Если же вы из разряда такого, да, что вы подводите, и он там дальше сам магнитится с силой, то его уже достать сложновато. Ну, типа, вроде бы как и такой себе моментик, ну, не сильно глобальный, да, но с другой стороны, этот минус можно преподнести в плюс, да, то есть если вы уже будете знать, как правильно засунуть, как правильно высунуть, то вы можете или посильнее запихивать, да, если это там какая-то условная домашняя вечеринка, или если вы сам курите, чуть-чуть запихнули, вы знаете, что ваш шланг там никуда не убежит, ну, короче. И, соответственно, сюда же мы относим то, что это вся история под 90 градусов. Для меня загадка, но вы почему-то не любите эту историю, ну вот, пусть будет в минусах. Вот, минусы есть, минуса, я уже с русским языком давно не дружу, украинский, сила. Вот, но все это реально, типа, ну вообще не глобально, вообще абсолютно. В целом, подытожим, да, наше все, тут появляется ваш любимый ценничек, 1950 гривен, колба моя, колба не в комплекте. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо с учетом качества обработки, с учетом в целом, да, типа внешнего вида кальяна. Это типа стоит своих бабок, да? Ну, типа для сравнения вы можете взять, сравнить с тягой. Тяга стоит 1950, и там идет колба в комплекте. Вот. Посмотреть на внешний вид и понять, что, ну, грубо говоря, тяга дешевле, этот дороже, но, как по мне, этот выглядит получше, чем тяга. Ну, так, субъективно. Вот, заканчиваю чем? Заканчиваю планами компании на будущее. Уже у них в разработке находятся множество там аксессуаров различных, щипцы, чашки и так далее. Уже, насколько я знаю, они делают накладки, допиливают, да, так скажем, до логического завершения на свои палки. И точно так же уже в разработке есть новые модели кальянов. Я как бы сам не видел, но людям чаще доверяю, чем не доверяю в таких моментах. Поэтому все, что я могу сказать ребятам из синдиката, успехов. Вот тут вот, вот эти все писюличные минуса поддопилить немножко, и будет просто сказочка. Вот. Ну, не знаю, как вы, ребятки, лично я жду новых моделей от этих ребят, потому что старт очень даже бодрый. Даже очень бодрый. Вот, на этом сегодня и все, ребятки. Любите своих женщин, курите вкусные кальяны. Пока-пока.